Театр скрытых талантов. Рэйчел Вайс. Дамы и господа, с вами Вайс Рэйчел из Будапешта в Венгрии. И я продемонстрирую вам свой скрытый талант. Как узнать, лишь посмотрев на яблоко, каким оно будет на вкус? Это мой скрытый талант. Большое яблоко. На вид сочное, но нет. Если откусить это яблоко, оно будет очень-очень рыхлым, мягким и вовсе не сочным. Один момент. Ужасно. Противное, мерзкое яблоко. А вот зеленое яблочко. И я знаю, что на вкус оно будет кислым. Кислым. Мне нужен помощник, который подтвердит, что я говорю правду. Но придется поверить мне на слово. Такое кислое, что есть невозможно. Кошмар. Вот. Вот идеальное яблоко. Красное, блестящее, гладкое. Оно будет хрустящим. И внутри это яблоко будет... Не знаю, почему я это делаю с венгерским акцентом. Внутри оно будет самым-самым сладким на свете. Идеальное яблоко. Не самый удивительный талант, но как уж есть. Абракадабра. Я умею определять вкус яблока по его виду. Благодарю, дамы и господа. Доброй ночи. И всего. Всего хорошего, доброй ночи. Я Майкл Кейн. Простите. Не смогла вспомнить ни одного его фильма. Кошмар какой, да уж.